Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на деревообрабатывающий триммер GMR6 220 вольт 2200 ватт, цанга 1,4 дюйма, набор фрез в AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео, нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 24 марта 2019 года. Так, отправка только из Китая. Комплектации две, но я подозреваю, это одно и то же. Бесплатная доставка в Россию. 110 вольт и 220 вольт. Ну вот, пожалуйста, 220 вольт и 45 долларов 11 центов. С учетом бесплатной доставки в Россию. То есть не ошибитесь. Ну, если даже и будет ошибка, то, я говорю, всегда можно вилку заменить. И это для домашних мастеров не имеет проблемы, так сказать. Но лучше вот заказать уже нормальный, так что будьте внимательны. Добро, смотрим теперь стоимость доставки в другие регионы. Итак, у нас Беларусь. 2 доллара 95 центов. Казахстан. 2 доллара 95 центов. И Украина. Украина. 1 доллар 84 цента. Ну вот в районе 2 долларов нужно добавить другим регионам. К сумме 45 долларов 11 центов. Ну, как бы такая нормальная. Да, и что получается? 18 заказов было. Ну, это уже о чем-то говорит. Вы были на канале «Поиск ручных и электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструмента.